Сёння нядзеля 9 лютага ў эфіры тэлеканала «Віцебск» выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Самае важнае і цікавае ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Чалавек года Віцебшчыны 2019 пра ўрачыстую цырымонію і лаўрэатаў ганаровага звання. Новый кіраўнік города. Депутаты Гарсавета зацвердзілі Вадзіма Заранкіна на пасаду старшыні Віцебскага гарвыканкама. Развіццё АПК рэгіёна. Каля 130 сельгасарганізацій в области аб'яднаюць у 7 структур для эфектыўнай работы, перапрацоўкі і вытворчасці. Сучаснае медыцынскае абсталяванне. Ва установы аховы здароўя в области поступаюць новыя КТ і МРТ апараты. 50 новых имёнаў пополнили когорту славутых людей паўночнага региона. У Витебску отбылася церемония ушанавання лаурата звання «Человек года Витебшины» по выниках 2019 года. За ходом церемонии сачыла наш корреспондент Юлия Устинова. За 10 гадоў існавання ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны» яго атрымалі 1000 наших землякоў. Сёлета да іх далучыліся яшчэ 50 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці, прафесій і рангаў, сярод якіх працаўнікі прамысловых цэхаў і хлебнай нівы, педагагічныя і медыцынскія работнікі, творчая інтэлігенцыя, лепшая моладзь, прадстаўнікі сілавых ведамстваў, спартсмены і перадавікі вытворчасці. Сярод лаўрэатаў – дырэктар прыватнага прадпрыемства «Машынабудаўнічая кампанія «Віцебскія пад'ёмнікі» Андрэй Сідараў. Прадпрыемства распрацоўвае і вырабляе унікальнае абсталяванне, якое экспартируецца ў 12 краін. Я занимаюсь любимым делом. Сегодня у нас большие планы развития машиностроения и именно поднятия статуса города Витебска в плане машиностроителя. Его надо возрождать. Это моя цель, и сегодня это не просто завод подъемно-транспортного оборудования, это завод спецтехники, это завод сложной технической устройства. То есть завод инновационной техники. Сегодня вот это самая главная задача – это развить и восстановить машиностроение в городе. У 2019-м усе асноўныя галіны эканомікі Віцебскай вобласці спрацавалі з чыстым прыбыткам і станоўчай рэнтабельнасцю. Старшыня камітэта эканомікі аблвыканкама Анжаліка Нікіціна таксама ўдастоена звання «Чалавек года Віцебшчыны». Прошлый год он знаменателен тем, что мы занимались именно экономическим развитием АПК региона, потому что сегодня оно формирует практически четверть валового регионального продукта. Подготовлен проект указа главы государства развития агропромышленного комплекса. Дважды мы его рассматривали на совещании. Я думаю, что в ближайшее время данный проект документа будет принят. В следующем году, вот уже в текущем году, в 2020 году, конечно, немало проблем также и у промышленных предприятий, и у малого и среднего бизнеса. Будем работать, будем заниматься этими проблемами совместно с предприятиями, с экономическим блоком. Звание «Человек года» – это знак высокой оценки заслуг человека-стваральника, отданного своей справе. Бо досягают поспеху те, кто отдает працы усе силы, душу и сердце. У номинации «Агропромысловый комплекс», «Ахова навакольных асяроддзя», «Лесная господарка» один из лауреатов на месте генерального директора по сельской господарце Витебской бройлерной птушкофабрики Надея Грибанова. Конечно, после этого всего хочется в жизни чего-то достигать большего, хотя как бы наши планы, они всегда прописаны наперед, и цели, и задачи, мне остается только их выполнять. За активную осветницкую, науково-доследшую, краснаучую деятельность и реализацию международных науковых и адукационных проектов гонорового звания достойный директор Витебской областной библиотеки имя Ленина Татьяна Адамян. Но я очень горда за то, что областная, Витебская областная библиотека сегодня звучит, что сегодня мы, что называется, ну, на вершине славы. И, конечно, это очень важная премия для всех. Сярод новых лаўрэатаў ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны» і тыя, хто штодзень ратуе жыцці. Больш за 200 высокатэхналагічных аперацій летась паспяхова выканала Людміла Рослік, намеснік галоўнага ўрача Віцебскага абласнога клінічнага радзільнага дома. Это заслуги всего нашего коллектива. Поэтому я думаю, что все сотрудники нашего учреждения будут стремиться работать еще лучше, еще более качественно, еще более доступную помощь оказывать нашим девушкам, женщинам, мамам, деткам. Мы приглашаем всех женщин к нам в родильный дом рожать. Ну и не только рожать, но и оперироваться, и оказывать другую помощь мужам нашим учреждениям. Сегодняшние лауреаты – люди, которые своей працей, своими поспехами створают авторитет нашего региона. «Золотый фонд», – подкреслил старшиня Витебского аблвыканкама Миколай Шарснёв.
Те, кто сегодня поднимется на эту сцену, своими делами и поступками укрепляли социально-экономический потенциал области. Проявили хозяйственность, профессионализм, ответственность, патриотизм. Тем самым доказали, что вечные ценности, любовь к родине, забота о ближнем, стремление творить добро по-настоящему бесценны. Прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны с невидимыми нитями. И каждый год мы отмечаем, изменения происходят повсеместно. И как приятно, когда окружающий нас мир становится лучше. А инициаторы этих изменений – сами люди. Старшиня облвыканкама засяродил увагу на тех изменах, которые отбылись в регионе в 2019-м, подвел выники года. Забеспечена становчая динамика у социальной и вытворчей сферах. Ведется реконструкция и техничное переузброение предприемства. Освоивается выпуск новой продукции. Укореняются сучасные технологии. Больше чем в 2018 году произведено сельскохозяйственной продукции. Привлечено инвестиции в основной капитал. Выполнено строительно-монтажных работ, продано населению товаров. Обеспечен рост производительности труда, оптимизированы затраты на производство и реализацию продукции и услуг. За 2019 год больше чем на 1000 повеличилась колькость субъектов малого и среднего бизнеса. У 1,2 раза колькость самозанятых открылись 46 новых агроэкосядиб. Почали работу 428 новых предприемств и вытворчеств. За их каля 40% у вытворчей сферы. Свыше 31 тысячи субъектов предпринимательства. Новые предприемства по перепрацовке драунины появились в Расонском, Шарковщинском, Бешанковицком, Городоцким и Поставском районах. У Аршанском районе уведено в эксплуатацию первый в Беларуси завод по вытворчести стальных бесшовных баллонов. Витебская энерго открыла цех заморозки ягод, городины и грибов. Талачинский консервовый завод реализует проект по заморозке бульбы. Почал працевать зернесушильный комплекс Витебской бройлерной птушкофабрики у городским поселку Сураж. Цех по перепрацовке сои товариства «Экомол-Агро» у Аршанском районе. У экономику в области у 2019-м протягнули больше за миллиард долларов инвестиций у основный капитал. Протягивается реализация ключевых проектов. Модернизация Аршанского льнокомбината, предприемства у «Нафтан» и «Полоцк шкловолокно», Витебской бройлерной птушкофабрики, будовництво завода по вытворчести белой бляхи у Миорском районе, объекты у другой и третьей черги промыслово-логистичного центра «Бремена-Орша». Аграрии области в 2019 году увеличили производство зерновых и зернобобовых культур. Возросло производство картофеля, рапса, молока, яиц. Введены новые молочно-товарные фермы в Аршанском, Витебском, Расонском, Полоцком, Лиознинском, Чашницком, Сенинском и Толочинском районах. На Аршанщине предприемство «Витебская энерго» побудовало новый сучасный молочно-товарный роботизованный комплекс. У агрокомбинате «Юбилейный» завершается будовництво буйнейшего у республики молочно-товарного комплекса «Купалинка» на 2200 голов. Сельскохозяйственное предприемство в Устье у первой половине 2020-го введе устрой два инновационные объекты. Зернесушильный комплекс для подрыхтовки насения сельскохозяйственных культур на 10 тысяч тонн и молочно-товарный комплекс первой в Украине с системой доения роботизованной карусель. Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко ждет от аграрной отрасли Витебской области технологического прорыва, эффективной работы. Мы благодарны президенту за то внимание, которое он оказывает северному региону страны. Перед нами поставлены конкретные задачи, для решения которых потребуется на каждом рабочем месте строжайшая технологическая дисциплина. Улады надають увагу развитию бизнесу. Для его стимулирования у опошние годы зроблено немало. За гэтым занятость людей и наполнение бюджету. Предпринимательский сектор забеспечивает треть инвестиций и половину экспорту товаров в области. Приватные инвесторы реализуют буйные инвестиционные проекты. Социальная политика, проводимая в регионе, направлена на обеспечение достойного уровня и качества жизни, укрепление демографического потенциала, роста уровня реальных денежных доходов, укрепление здоровья, повышение культурного уровня населения. Продолжится работа по строительству станции обезжелезивания, в том числе за счет займа Европейского банка реконструкции и развития. До 2022 года будет построено 80 станций. Это позволит улучшить качество водоснабжения для 30 тысяч населения.
сельских жителей. У 2019-м на финансирование сферы оховы здоровья была затрачена четверть бюджета в области. Уведена у эксплуатацию центральная поликлиника в микрорайоне Поудень-7 у Витебску, аллергоцентр у Новополоцку, центральная районная поликлиника у Верхнеодвинску, шерох участковых больниц и стоматологичных отделений у районных центрах. В регионах реализуется проект по созданию школ будущего. В прошлом году данный проект осуществлен в Брасловской средней школе номер 2. По итогам 2019 года Министерством образования Республики Беларусь Витебский областной исполнительный комитет признан лучшим в стране по реализации молодежной политики, а Главное управление по образованию облсполкома лучшим среди структурных подразделений страны. В этом году планируется ввести в строй новую школу в районе Билева-2 города Витебска, хирургический корпус областного клинического онкодиспансера. После реконструкции и корпус Витебской городской центральной клинической больницы, завершить строительство нового корпуса детского реабилитационно-оздоровительного центра «Жемчужина», реконструкцию городского дома культуры «Орша», ряд других объектов. Поступово створается новое обличие сельской мясцовости, что набывает особливое гучание у год малой родимы. По прикладу агрогородка Копось, изменения закранули поселки Балбасово, Изярыща, Бягомель, Богушевск. На чарзе – Видзе Брасловского и Обаль Шумилинского районов. Порядок должен доминировать во всем, а работы по благоустройству вестись не только силами местной власти. Приятно, когда сами жители проявляют инициативу. Эти усилия устремлены во благо нашего Отечества и подрастающего поколения. Масштабно прошли мероприемства фестивалю кермашу працаўнікоў вёскі Дажынкі у Браславе. Падчас падрыхтоўкі да свята пераўтварыліся больш за 100 аб'ектаў. Многае зроблена да 75-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 2020 год святкавання 75-годзе вялікай перамогі ў вялікай айчыннай вайне. У вобласці каля 1500 воінскіх пахаванняў вядзецца рэканструкцыя аднаго з буйнейшых мемарыяльных комплексаў Рылінкі ў Дубровінскім раёне. Сохранение памяти о героическом прошлом, как никогда, нужно новым поколениям. Укрепляя исторические, духовные, культурные традиции, мы определяем контуры будущего регионального развития. Штогод прарастае новымі аб'ектамі спартыўная галіна, спортзалы, басейны, стадыёны. Арыенцір на здаровы лад жыцця, развіццё фізічнай культуры і спорту прыносіць плён. Поспехі спартсменаў – лепшы прыклад для моладзі. Достижение каждого из вас – это успех, конечно же, и всей области. Мы с гордостью воспринимаем каждую вашу победу и переживаем, если что-то пошло не так. За 11 лет с момента учреждения почетного звания «Человек года Витебщины» его получили более 1000 наших земляков. Это высокая оценка заслуг человека, преданного своему делу. Добиваются успеха те, кто отдает работе всю свою энергию и время. Всех вас объединяет то, что вы смогли реализовать свой потенциал. Ваши таланты приносят пользу обществу и государству. Наша задача – поднимать престиж тех профессий, на которых держится регион и вся страна в целом. Оттого еще весомее ваша деятельность тружеников промышленных цехов и хлебной нивы, педагогических и медицинских работников, творческой интеллигенции, представителей силовых ведомств и спортсменов. Если каждый на своем месте будет работать профессионально и заботиться об эффективности своего дела, то и в целом жизнь будет благополучной, а регион станет процветающим. Сегодняшние лауреаты гоноровага звання «Человек года Витебщины» – люди, которые смогли реализовать свой потенциал. Ваши таленты приносят корысть громадству и державе, подкреслил Миколай Шарснёв. С досягнением каждого складывается успех усёй в области. Юлия Устинова, Александр Рындин, Новини, Витебск. За урочистой церемонией узнагороджения наши глядачи сочили у прямом эфире. До речи, запланованы и повтор трансляции. 15 лютого у 15 годин на телеканале «Витебск» и 16 лютого у 17.30 на телеканале «Беларусь-4 Витебск».
Профессионализм и любовь до своей справы – это объединяет усих лауреатов, независимо от сферы деятельности. Один из лауреатов у номинации «Промысловость, гандель и послуги, финансовая деятельность, малый и средний бизнес» – Владимир Мурашко, директор товариства с обмежованной отказностью «Калина» Аршанского района. 16 годов он узначальвая одно из ведущих у Беларуси предприемств по выращиванию и перепроцовке лековых рослин. У нас в распоряжении 1150 гектар земельных угодий, из них 950 гектар пашни, на которых мы выращиваем 36 наименований лекарственных растений, плюс масличные культуры, плюс пряно-ароматические, такие как тмин, кориандр. Мы выпускаем больше 120 наименований продукции в 6 линейках от лекарственного сырья до пищевого сырья. Перед коллективом «Калина» на бягучий год стоят серьезные задачи – повеличить объемы вытворчести, наладить рынки сбыту и организовать сбор рослинной сыровины от насельництва. Так само есть планы освоить вытворчесть эфирного и рослинного олею, сушеной садовины и городнины. Сярод лауреатов гоноровага звання «Чалавек года Віцебшчыны 2019» – урач отарыналарынголог, загадчыца аддзялення абласной дзіцячай бальніцы. Ганна Якімцова штодзень пазбаўляе маленькіх пацыентаў ад болю. Адзін дзень з дзіцячым доктарам правяла наша здымачная група. Агляд пациентов, каля десятка операций, прием и консультации. Звычайный працовный день Ганны Якимцовой не часто проходит по звыклым раскладе. Однако и до экстренных ситуаций дитячий доктор готова заусёды. Апранаючи белый халат, спешается допомогчи. У медицине няма выпадковых людей. Вось и Ганна с самого дятинства ведала – будет лечить. Ювелирная по своей сутности оторинолорингология захопила еще в университете. А вось об тем, что лёс приведя до маленьких пациентов, доктор навод не подозревала. С детьми работать – это совершенно другая история. Совершенно. Да, это колоссальная ответственность, колоссальная. Это вообще просто вложение всех твоих эмоциональных, физических, душевных сил, потому что хорошо, когда все хорошо. Но бывает же по-разному. Бывают очень сложные дети. И когда он поправляется, особенно от тяжелой болезни, да и от любой болезни, когда он поправляется и уходит полностью выздоровевшие, это совершенно, это та положительная эмоция, которая дает заряд, в общем-то, вдохновляет. Отделение оторинолорингологии областной детячей больницы Ганна узначальвая амаль 6 годов. Различено яно на 40 месяцев, однако переполнено заужды. Детячий гуман тут не змаукая. Як раз за те эмоции, что дорать дети, доктор и любит свою работу. Маленькие пациенты ходят за ее хвостиком, и она обдымая, сутяшая, усмехается кожному. И, конечно, допомагая позбавиться от болю и хворобы. Як узнагорода счастливые вочи детей и батьков. Очень грамотная, толковая, все рассказала, провела операцию вчера, мы после операции сегодня второй день, поэтому очень рады, очень довольны. Очень хороший врач, каждому ребенку индивидуальный подход, очень душевно здесь, тут вообще весь персонал такой. Сучасное обсталявание и необходимые медикаменты. Дитячая областная больница оснащена выдатно. У операционной оторинолорингологичного отделения работу хирургов спрощает могутный микроскоп. В осенью минулого года закупили моторную систему для операции на середнем вуху, якая дозволяет проводить складанные вмешательства. А еще летась Ганна отримала грант президента Беларуси у галине аховы здоровья для развития распрацаванного методу лазерной хирургии миндалин. Каб дети не хворели, працует целая команда профессионалов. Яе Ганна сформировала сама. Именно вита с коллегами сегодня готовая поделить гоноровое звание «Человек года Витебщины». За любым поспехом, на думку врача, стоять надейные поплечники, дужий тыл и натхняльная идея. Усё гэта у Ганны Якимцовой есть. Вольга Шмаргун, Александр Рындзин, Новини, Витебск. Біяактивные материалы на основе нанотехнологий для медицины и промысловости, одень специального призначения. Распрацовки молодых ученых Витебского державного технологичного университета находят широкое применение у айчинной вытворчести. Начали со своим керовником, загадчиком кафедры технологии и обсталявания машинобудовничей вытворчести Валерием Альшанским, яны робят открытие и обороняют свои диссертации. Про досягнение и перспективы амбицийных и креативных и их талинатурных навитого керовника, які сёлета удостоены гонорового звания «Человек года Витебщины» у материале Инны Кириенковой.
З энтузиазмом и творче подыходит до реализации своих идей навуковцы кафедры, натхняя их и координуя всю доследчую работу Валеры Альшанский. Амаль 30 годзе он узначаливает кафедру технологий и обсталявания машинобудавнейшей вытворчасти университета. Под пильным кераунистом профессора старший выкладчик Илья Дорошенко активно працует над створением уникальных материалов с обезболивающим и гаючим эффектом. Установка позволяет получать очень тонкие волокна из растворов полимерных веществ. У вынику отрымливаются нановолокны, якія складают основу подобных сурветок, и они могут широко применяться у медицине. Конкретно проверялось при ожогах меньшая частота смены повязок. Большая проблема – это перевязка больных, это нарушение раны при снятии обычных повязок. Когда повязку снимать не нужно, это и боль уменьшает, и ускоряет выздоровление. С допомогой этой установки навуковцы кафедры доследуют процесс ультрагукового насыщения, что позволяет отрымливать разные композиционные материалы для потреб обутковой и легкой промысловости. Мы можем получить оптимальные параметры для обработки конкретных материалов. Особливая гордость навуковцев – водотермостойкий костюм с теплой подшивкой и верхом для ликвидации надзвичайных ситуаций у горячей и холодной воде. Сегодня это незаменное обмундирование для ратовников. В ученые зараз активно працуют над удосконалением боевого одения с тем, как уже сёлета его новый вариант запустить у серийную вытворчасть. Планируем, что будет создан комбинированный костюм индивидуальной защиты с элементами положительной плавучести. То есть вот эта подстежка, она дополнена еще будет элементами положительной плавучести. Усе распрацовки кафедры импортозамещальные и мают великое практичное значение. С их укоронением экономятся значные бюджетные сродки. И это особливо радует, зауважая керовник доследований Валеры Альшанский. А еще, коли удается сгуртовать вокруг себе таких же идейных и творчих, радость не удвоя. Все зависит от мастерства, от педагогического мастерства, от подхода. Заинтересовать уже на младших курсах, разумеется, студента. И все хорошо. Сразу появляется интерес к обучению и к участию в научных исследованиях. А если еще в программу включаешь, тогда вообще все складывается великолепно. Поэтому, да, ученики у меня замечательные, я ими горжусь. 9 подначаленных Валерия Иосифовича оборонили кандидатские диссертации. Трое отримали звание доктора наук. И этим яны обязаны своему наставнику. Инна Кириенкова, Станислав Дудин, Новини Витебск. Ему еще немає 30, а он уже загадчик в учебно-вытворчими майстернями Витебского технического колледжа. Артем Головко – молодый и творчий лауреат гоноровага звання «Человек года Витебщини 2019». Загадчык вытворчымі майстэрнямі Артём Галаўко адчувае сабе на рабочым месцы як рыба ў вадзе. І гэта не выпадкова. Ён былы выпускнік Віцебскага тэхнічнага каледжа. За плячыма мае вопыт работы ў будаўнічай кампаніі, дзе працаваў на пасадзе майстра. Пасля была вучоба ў беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Да таго ж у свае няпоўныя 30 гадоў Артём паспеў скончыць акадэмію кіравання пры прэзідэнце Беларусі. Ініцыятыўны, дысцыплінаваны, выканаўчы, як кажуць калегі, майстар на ўсе рукі. Артём у нас старший мастер, фактически человек, на котором держится все наше производство. Он грамотно может руководить всеми мастерами, держать под контролем все производство, что, согласитесь, дано далеко не каждому. И может, ну, достаточно коммуникабелен, контактен. Летась у Витебском техническом колледже был открытый ресурсный центр. Это своеобразная эдукационная база, где отрымливают веды и назапашивают опыт по будаўнічых специальностях. Артем Головко – один из тех, кто приклал шмат намаганий, каб реализовать амбициозный проект. Маючи сучасную материально-техническую базу, простей, легче и хутчэй подрыхтовать квалифицированных специалистов. Самый мощный ресурсный центр, он единственный в Витебской области по строительным технологиям. Закуплено было оборудование больше, чем на 900 тысяч рублей. Это огромная цифра. Кроме наших учащихся, еще планируем в этом году принять на обучение из 7 однопрофильных учреждений образования нашей области 450 учащихся на обучение, подготовку с учетом новых современных технологий. Артем Головко заўсёды захвоты делится своими ведами с навучэнцами и творча подыходит до справы. Самых таленавитых и здольных вучнев он специально рыхтует до уделу у республиканском конкурсе профессийного майстерства World Skills.
Каждый день через нас проходит порядка 100, 150, а то и 200 человек через каждого мастера. Я с ними общаюсь, я вижу, кто растет, как растет. То есть, так сказать, я могу повлиять на то, что будет в конечном итоге и какие люди будут строить нашу страну в дальнейшем, правильно? То есть, если мы их подготовим хорошими специалистами, значит, я буду спать спокойно и буду уверен, что мы будем развиваться и двигаться только вперед. Молодый майстер по-доброму апантаны своей справой. Ён ювелирно сполучая педагогичный опыт и практичные навыки, а это, в свою чергу, дозволяя рыхтовать достойных специалистов, якія мають запатрабованность у будаўнічай галіне нашей краины. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, новини Витебск. Надзвичайный полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Армен Гевандзян наведал воинский мемориал у вёсцы Шапуры Витебского района. Это найбуйнейшее в нашей краине пахаванне часов Великой Айчынной. Тут знайшли апошний притулок больше за 17 тысяч советских солдат разных национальностей. 85 их армяне. Для мемориального комплекса у Шапурах собрались представники улады, кадеты, мясцовые жыхары. На урочистом митингу память загинувших ушановали хвилиной молчания. У гонор оборонцев Айчыны прогучал салют. Празднование 75-летия – это еще один хороший повод подчеркнуть не только значимость самого праздника, но и ту общность, которая объединяет, объединяла. И очень важно, что это дань уважения той победе, которая единая для всех. Мы продолжаем открывать новые фамилии, новые имена. То есть через 75 лет люди узнают, где похоронены их бабушки, дедушки. То есть те, кому действительно вот эти все годы искали какие-то весточки. Работа эта продолжается. За 2019 год мы вскрыли новых более 3000 фамилий и более 6000 нанесли на мемориал обелиски. Такие акции памяти нагадывают про нашу агульную, героичную и трагичную историю и объединяют людей. У городку открыты помник бюст маршалу Ивану Баграмяну, який керовал великой войсковой вызволенчей операцией. Имя Баграмяна присвоено школе у Витебску, а усяго у Беларуси больше за 800 воинских пахаванняў, где пахаваные солдаты армяне. Землю с гэтых могилок передадут на их родиму, у Армению. Масштабная совместная пошуковая работа протягивается. Дарэчы, Институт истории Национальной академии наук Беларуси совместно с Фондом развития и поддержки армяноведчих доследований презентовали у Витебску книгу «Воины армяне у боях за Беларусь». За 6 годов историки выучили миллионы документов из архивов и музеев разных краин, собрали и проверили информацию об тысячах армян, войсковцев Червоной армии, партизанах и подпольщиках, которые удельничали у боях за Беларусь у годы Великой Айчынной. Головное место на сторонках выдания занимают биографичные доведки на тысячи воинов, которые загинули и зникли без весток на территории нашей краины. У книзе так само можно убачить материалы, присвеченные истории 51-й гвардейской стрелковой Витебской дивизии имя Ворошилова, якая была сформированная у Армении у 20-х годах минулого стагоддзя. Назвычайный и полномочный посол Армении у Беларуси Армен Гевандзян отзначил, что книгу плануется передать у библиотеки, навуковые центры, архивы и музеи Витебской области. Задумка с этой книгой не только в том, чтобы вскрыть этот исторический пласт, тот пробел, который образовался в годы Второй мировой войны, когда есть понимание, пропал без вести или не точно установлено место захоронения, это довести не только до потомков тех людей, но и этой книгой поспособствовать тому, чтобы библиотеки как в Витебске, так и в других областях Белоруссии, во всех значимых библиотеках, пользующихся широкой популярностью в минских библиотеках, они были доступны, и чтобы эта работа содействовала появлению новых работ, которые бы вскрывали новые пласты историко-культурного переплетения судеб наших народов и нашей дружбы. Новое выдание примерковано до 75-годия вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Его авторы отзначают, что книга окажет неоценную допомогу армянам, которые шукают место похования свояков на территории нашей краины.
Падрыхтоўка да святкавання 75-годдзя перамогі стане адным з асноўных напрамкаў дзейнасці ідэолага ў Віцебскай вобласці. На гэтым тыдні ўдзельнікі абласной калегіі галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама падвялі вынікі работы за мінулы год. На пасяджэнні, у якім прыняў удзел галоўны саветнік адміністрацыі прэзідэнта Аляксандр Канойка, ідэолагі вызначылі асноўныя задачы на 2020. 2019 достаточно был напряженный, прежде всего потому, что это год крупнейшей электоральной кампании по выборам палату представителей Национального собрания 6-го созыва. Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня не случайно мы посвятили нашу коллегию именно теме Великой Отечественной войны. Нам предстоит очень большая работа в плане того, что нужно увековечить и память, решить те вопросы, которые не завершены по воинским захоронениям, ну и целый ряд вопросов, которые мы будем сегодня обсуждать. Падчас калегіі віцебскія ідэолагі таксама ознаёміліся с фотовыставай беларускага тэлеграфнага агентства под назвай «Беларусь памятае 75 імгненняў войны». Экспозіцыя прысвечана 75-годзю вызвалення нашай краіны ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў. На выставе прадстаўлены архіўныя фотаграфіі аб фронтавых буднях, партызанскім руху, працы ў тылі, аднаўленні краіны з руін. Першы тыдзень працуе на новай пасадзе старшыня віцебскага гарвыканкама Вадзім Заранкін. У панядзелак дэпутаты віцебскага гарадскога савета зацвердзілі яго на гэтую пасаду. А напярэдадні на прызначэнне Вадзіма Заранкіна даў згоду прэзідэнт Беларусі. Якія задачы стаяць перад новым кіраўніком горада і чаго чакаюць ад яго віцябляне? У нашым матэрыяле. На пазачарговай сесіі віцебскага гарсавета, акрамя дэпутатаў, яшчэ і кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацый горада, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў. На павестцы дня ўсяго адно пытанне пра старшыню віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта. Спачатку выслухалі яго біяграфію. Вадзім Заранкін – ураджэнец Дубровіншчыны. У свой час ён быў намеснікам старшыні віцебскага райвыканкама па эканоміцы, а з 2002 года працаваў у камітэце дзяржаўнага кантролю ў Віцебскай вобласці. У 2014 узначаліў яго. Таму Вадзім Заранкін добра вядомы кожнаму, хто сёння галасаваў за яго. Асабіста мне Вадзім Заранкін падаўся чалавекам сур'ёзным і мэтанакіраваным, які не кідае слоў на вецер. Дэпутаты прагаласавалі адзінагалосна. Службовае пасведчанне новаму старшыні віцебскага гарвыканкама ўручыў кіраўнік вобласці. Мікалай Шарснёў заўважыў, што Вадзіму Заранкіну дастаўся складаны ўчастак работы і паставіў перад ім канкрэтныя задачы. Умацаванне і развіццё эканомікі, стварэнне новых прадпрыемстваў і працоўных месцаў, прыцягненне інвестыцый, развіццё бізнесу і добраўпарадкаванне горада. Акрамя таго, трэба неадкладна пачынаць падрыхтоўку Віцебска да абласнога свята працаўнікоў вёскі дажынкі 2020. Без промышленности, без поступления налогов мы не сформируем бюджет, мы не дадим развитие города Витебска. И отсюда весь шлейф вытекающих проблем. Мы хотим жить сегодня в красивом, благоустроенном городе. У каждого, чтобы была красивая, хорошая, добротная квартира. Ухоженный дом, подъезд, придомовая территория, чтобы было ухожено, и скамейки, и спортивные площадки, и зоны отдыха, и игровые зоны для детей. Не говоря о том, что нужно создавать ежегодно те социальные объекты, которые пользуются спросом у народа, у населения, у жителей города Витебска. И детский садик, и школа, и бассейн. Усе задачы і парады ад кіраўніка вобласці Вадзім Заранкін выслухаў уважліва. Перш-наперш на новай пасадзе ён збіраецца выстраіць сістэмную работу і адразу пазначыць у сваім штотыднёвіку перспектыўныя планы на бліжэйшы час. Інвестиції, суправаджэнне інвесторів, тих, хто хоче бізнес розвивати, і малий, і крупний, і середній. Це задача любого органу власті, горосполкому в частності. Соответственно, це наполнение бюджета, соответственно, совершенно другие возможности бюджета по социальной сфере. И мы все с вами заинтересованы в достижении того эффекта, который должен быть.
просто как граждане, просто как жители города Витебска, как патриоты, как люди, которые любят город, людей, которые в нем живут, которые достойны жить достойно. Это непростая работа, но выстроить систему мы обязаны. Сегодня на это указал губернатор. Віцебск заставаўся без кіраўніка на працягу некалькіх месяцаў з таго часу, як Віктара Нікалайкіна абралі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, і ён прыступіў да сваіх новых абавязкаў. Яго шматгадовую работу на пасадзе кіраўніка горада ацанілі высока ганаровай граматай віцебскага аблвыканкама. Свой погляд на перспектывы развіцця Віцебска і стварэння камфортных умоў для жыцця ёсць у кожнага жыхара амаль 380-тысячнага горада. Жыллё і заработная плата, вырашэнне камунальных праблем і адкрыццё новых сацыяльных аб'ектаў, транспарт і дарогі. Віцябляне агучылі свой топ-задач для новага мэра. Ну, наверное, на камунальную службу обратил бы внимание, чтобы город стал еще краше. Поэтому хотелось бы, чтобы вот более ответственно относились коммунальщики к своим обязанностям. Если бы я был мэром Витебска, я бы организовал больше творческого пространства для молодежи. Предприятия надо развивать, чтобы людям была работа, чтобы люди могли устроиться, особенно молодежь. Надо, чтобы больше детских площадок было. Вот, чтобы... А то мы вот в центре города, вот мы в этом доме живем, нету детской площадки даже. Вот, для того, чтобы больше было вот парковых зон каких-то вот для прогулок. Прислухаться до меркавання у віцяблян новому старшыні віцебскага гарвыканкама будзе не лішнім. Город гэта ў першую чаргу людзі, якія ў ім жывуць. І будучая Віцебска для іх важная. Узяць хаця б той факт, што пошукавы запыт новы мэр Віцебска стаў адным з самых папулярных у Белнеце за апошнія дні. Ольга Шмаргун, Александр Рындзін, навіны, Віцебск. Добраўпарадкаванне горада разам з вырашэннем эканамічных задач стане асноўным напрамкам дзейнасці новага кіраўніка. Яго асаблівай увагі чакаюць дарогі прыватнага сектара. Большасць вуліц на ўскрайках маюць патрэбу не толькі ў асфальтаванні, а ў элементарным добраўпарадкаванні, падсыпцы і ямачным рамонце. Жыхары вуліцы Першая Усвяцкая, што знаходзіцца за пятай школай, гадамі просяць камунальнікаў адрамантаваць дарогу. Пастаянныя звароты ў розныя інстанцыі пакуль не далі станоўчага выніку. Людзі былі вымушаны звярнуцца на гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» з просьбай разабрацца ў сітуацыі. На месца выехала наша здымачная група. Песок падсыпалі. Падсыпалі. А не знаю, почему тут вот тені не пад'ехалі. Почему тут мала падсыпалі. Почему вот тут не держится ничего? Колькі тут живем, столькі гэтая проблема існуе, скардзяцца жыхары прыватнага сектара. По такой дарозе не тое, што праехаць, прайсці немагчыма, асабліва ў міжсезонне, калі ідуць дажджы. Ідзеш, если ребёнка ў школу ведзеш, я вот унучку важу примерно, на дарозе грязі больше, чем не надо. Ідём по обочине, где трава, только поэтому. Всё. У нас тоже такие есть места не засыпанные. Это самое, нельзя ходить. Уже поселку более 70 лет, дороги разбитые, грязные. Мы все ходим в резиновых сапогах, это смешно в наше время. Когда проходят дожди, пройти вообще невозможно. Дороги очень узкие. Куды только не зверталіся люди. У администрацию Кастрычніцкага района, гарвыканкам, аблвыканкам, а ремонту так и нема. Нават до помощника президента дошли. Тады его обовязки выконвал Віталь Воўк. Когда Воўк приезжал, тогда нам засыпали песком каким-то мелким эту дорогу. Там часть высоко. Высоко. А тут как-то зимой не подъехали. Говорит, приедем позже, когда будет мокро, когда можно будет подъехать. Вот. Как стало мокро, вот уже не едут. Комунальные службы города на такие ускрайки давно не звертают уваги, лечат люди. Зимой дорогу не обслуговывают. Коли гололед, нават машины не могут подняться у гору. У администрации Кастрычніцкага района проблему ведают. Заявку на проведение ремонтных работ отослали у городскую жилево-коммунальную господарку. Однако, те уключать ремонт дороги у план по добраўпарадкаванні на бягучий год, с упэўненостью коммунальники сказать не могут. Его проект еще повинны затвердить городские улады. Ограничение бюджетного средств у нас, и поэтому она в асфальтирование не включена. Но в соответствии с установленным нашим порядком мы делаем, значит, по благоприятный период времени проводим комиссионное обследование всех улиц местного значения и составляем мероприятия. По результатам этих мероприятий
те дефекты, которые будут выявлены, и ямочный ремонт будут устранены специализированной организацией. По благоприятным периодам времени мы сделаем все возможное для того, чтобы эксплуатационные характеристики этой дороги поддержать в надлежащем состоянии. Когда наступит той сприяльный час для проведения работ, покуль неведомо. Людям остается только чекать и сподеваться, что все ж таки коммунальники отшукают сроки и отремонтуют дорогу. Инна Кириенкова, Станислав Дудин, новини Витебск. Неформальный подход, а реальная допомога. Помощник президента, инспектор по Витебской области, провел прием громадян и прямую телефонную линию у Новополоцку. С людскими проблемами он разбирался каля трох один. За этот час особисто принял больше десятка человек. Пытания, с якими звернулись до помощника президента, тычились со сферы жилево-коммунальной господарки, аховы здоровья, працовных относин. Больше за два десятки человек дозвонились на прямую телефонную линию. Темы зворотов так само морозные. От добраупорядкования дворовых территорий и поширения проездов до организации санаторно-курортного лечения. При этом великая колькость зворотов тычилась от центральной и самой густонаселенной улицы Новополоцка – Молодежной. Считаю, что эффективность есть и есть понимание. Самое главное – вникнуть достаточно глубоко в проблему людей, услышать людей. И я надеюсь, и на местном уровне тоже принимает к сведению по-другому в этот момент. И практически 60%, вопросов 70% решается оперативно. Те пытания, якія не удалося вырашыць на месцы, застануцца на контролі. Гарадскія ўлады атрымалі адпаведнае даручэнне ад памочніка прэзідэнта і зоймуцца праблемамі мясцовых жыхароў у шчыльную. Каля 130 сельгасарганізацій Віцебскай вобласці аб'яднаюць у 7 структур. Гэта прапісана ў праекце ўказа аб развіцці АПК рэгіёна, які разглядаўся падчас нарады ў прэзідэнта краіны. Дакумент прадугледжвае фарміраванне ўзаемаадносін паміж перапрацоўкай і вытворцам. Немалаважна і тое, што праект прапановае алгарытм фінансавага аздараўлення гаспадарак. Па сутнасці, у яго ўвайшло ўсё лепшае, што на практыцы рэалізавалі ўжо існуючыя ў рэгіёне 4 інтэграцыйныя структуры – Полацкая, Глыбоцкая, Аршанская і Віцебская. На чале моцнае прадпрыемства перапрацоўшчык, а пад крылом вытворцы малака, зерня і мяса. У Зазер'і Лепельскага района з моманту уступлення ў віцебскую інтэграцыйную структуру стабільнасць адчулі адразу. З'явілася новая тэхніка, як вынік пасяўная праходзіць у тэхналагічныя тэрміны, падкормка культур таксама. Да таго ж, на галоўным прадпрыемстве ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Віцебскі мясакамбінат» у дапамогу філіялам створаны мехатрад. 250 адзінак тэхнікі, больш за 100 механізатараў едуць туды, дзе патрэбна дапамога. Мы как бы стали немножко быстрее улаживать все сроки посевной кампании, заготовки, корму, уборочной кампании. За прошлый год у нас посевная кампания, там в течение 20 дней мы отсели зерновые, зернобобовые, рапс, ну и кукурузу. Есть работа, есть и кому працавать. Средний узрост супрацовников 45 годов, а галовному ветеринарному врачу из усім 20. Працовный день у Виталя Живетова начинается у 7 раницы. Бывает, что и без выходных, але дискомфорт приглушивает той факт, что закрыты бытовые питания. Господарка предоставила жилье. С женкой и детем специалист живе у особном доме. Именно здесь, в этом хозяйстве, в принципе, молодежь задерживается, потому что здесь достойная заработная плата, хорошие условия труда, оплата своевременная и достаточно высокая, я считаю. Мне кажется, в этих интеграционных структурах, кроме как экономической задачи, есть еще и социальная, чтобы задержать, как говорится, молодежь здесь, в селе, и чтобы дать им работу. А гэта ферма «Лук» сельгасфіліяла Свіціна Бешанковічскага району ўжо набыла новы выгляд. 12 гадоў прастаяваў недабудаваны кароўнік, сёння тут у камфортных умовах дарошчваюць 250 жывёл. Тут кажуць, усе ўкладанні акупае белае золата, малако. Малочныя рэкі з усіх філіялаў віцебскай інтэграцыйнай структуры сцякаюцца ў Лепель на малочна-кансервавы камбінат. За суткі тут перапрацоўваюць 500 тонн малака. Зараз, у несезон, штодзень малакавозы дастаўляюць крыху больше за 200 тонн. После вступления в интеграционную структуру нас и хозяйств мы получили уверенность того, что именно эти хозяйства будут нашими основными поставщиками
сырья. И мы имеем возможность оказывать практическую помощь, но понимать, что через определенное время мы получим хорошую отдачу. Проблему бесперебойного обеспечения сыровины или уже мяса комбината вырешает племенная господарка по выращиванию буйнорогатого скота липовцы. Это самый буйный комплекс у Витебской интеграционной структуры. Тут тримаясь больше за 10 тысяч голов. Мясокомбинат может существовать при одном условии, если у него есть сырье. Если нет сырья, это просто набор оборудования дорогостоящего, который никому не нужен. То есть наше хозяйство – это сырьевая база и подушка безопасности. 3 года назад, когда создавалась Витебская интеграционная структура, были первые сделаны шаги. Первая задача была завязать, одна из основных задач была завязать производителя продукции, сельхозпродукции и переработчика с дальнейшей уже реализацией к потребителю. Вторая задача была, которая, наверное, тоже из самых важных, это сохранить производство, сохранить рабочие места. Тут не то, и створение Витебской интеграционной структуры повесило на предприемство проблемы каждого из 20 объединенных филиалов и примусило раскошелиться на их модернизацию и техпереузброение. Але мета оправдывает сроки. Задача заховать вытворчасть сыровины, не стратить специалистов на селе. Подтримать вязковцы, вывести на новый уровень агротехничной культуры, тем самым гарантовать махчимость завтра працавать, выраблять продукцию, продавать ее и зараблять. Виктор Праліш, Ольга Масловская и Михаил Христофоров. Новини Лепельский, Бешанковицкий, Витебский районы. Першая у истории ВНУ жанчына-кіраўнік. Доктор экономичных наук профессор Валентина Богатырова стала ректором Витебского державного университета имя Петра Мироновича Машерова. Яе призначение на эту посаду 30 студеня узгоднил кіраўнік державы Александр Лукашенко. Нового кіраўніка ВДУ коллективу представил министр адукации краины Ігор Карпенко. Ён повіншаваў ректора с призначением, пожадал поспехов у дальнейшей деятельности и окреслил перспективные направки развития университета. Система высшего образования сейчас активно тоже модернизируется, и задача в том, чтобы мы не просто готовили кадры под потребности нашего экономического и социального сектора, но чтобы мы где-то работали даже где-то на опережение. А это значит, надо системно работать с учебными планами и программами, с образовательными стандартами. Необходимы соответствующие кадры, в том числе высшей квалификации, я имею в виду кандидаты наук, доктора наук. В этом университете есть эта проблема, и надо здесь серьезно поработать в направлении перспективных исследований, защиты диссертаций. Стратегия университета у нас разработана, она в силе, она будет действовать. Основные задачи – это, конечно же, развитие наших 5 сфер. Прежде всего, это образовательная деятельность, затем научно-исследовательская деятельность, международное сотрудничество, конечно же, воспитательно-идеологическая работа, которой мы всегда уделяли и будем уделять достаточно серьезное значение. Ну и важный, самый главный вопрос – это кадровый потенциал. На новой посаде Валентина Богатырова изменила Алексея Ягорова, який стал депутатом Палаты представников Национального сходу Беларуси. Дагэтуль ва установе адукации яна працавала першым проректором. Магнитно-резонансные и компьютерные томографы поступят во установы аховы здоровья Витебской области в 2020-2021 годах. Сёлета у Лепелі з'явится КТ, а у Полоцку – МРТ-аппараты. Новый компьютерный томограф запущенный у Полоцкой городской больницы КСТИ. Кабинет компьютерной томографии запрацавал у тестовом режиме у Полоцким межрайонным онкологичным диспансеры. Компьютерный томограф айчынага вытворцы набылі за кошт сродкаў республиканского бюджета. Аппарат забеспечивает полный процесс диагностики, бяспечны и мае пошыраную функциональность. Объемное сканирование, магчымасць 64 зразов. Он решает вопросы, практически все необходимые для постановки диагнозов при патологии сосудистой, патологии центральной нервной системы, при травмах различных, при особенно вот дорожно-транспортное происшествие, мы можем увидеть любой орган, который поврежден. Ну и самое главное, это, конечно, сосудистая патология, центральная нервная система. Поэтому к этому аппарату будут привязаны соответствующие отделения, которые оказывают помощь. Установка компьютерного томографа позволит полепшить якость оказания медицинской допомоги, отзначили специалисты, скоротить час установки диагнозу, забеспечить выполнение стандартов оказания медицинской допомоги.
Какой у нас это банк данных людей, которых, ну, по-настоящему склонны к высокий риск заболевания? Созданы контингенты скрининга, то есть это уже научно доказано, что, допустим, рак молочной железы чаще встречается у женщин от 50 до 69 лет. Они все собраны в базу, разбиты на время периодически прохождения маммографии. База обновляется. Да, база это обновляет. То есть женщины, которые уходят, ну, становятся 70-71 год, и те, которые достигают возраста 50. То есть эта база обновляется, и эти женщины обследуются. Досягнута домовленность помеж Министерством аховы здоровья и Сусветным банком об набытті МРТ для глибокого. Там еще усталюют КТ. Орши, Лепеля, Браслова. При этом на основе державно-приватного партнерства МРТ и КТ-аппараты будут працевать у межрайонном кардиологическом центру у Мійорах. Почать его будаўніцтва плануюць у гэтым годзе. Юлія Устінова, навіны, Полоцк. 95 гадоў таму частку Віцебскай вобласці аб'явілі запаведнай. Прафесар Анатоль Фядзюшын выявіў калоніі рачнога бабра ў вярхоўі ракі Бярэзіна. Від жывёлы на той момант лічыўся амаль цалкам знішчаным. 30 студзеня 1925 года пастановай Савета народных камісараў БССР быў устаноўлены першы ў краіне дзяржаўны паляўнічы запаведнік. Ён павінен быў захоўваць каштоўных дзікіх жывёл і крылатых, а асабліва рачных баброў. У той час з яго тэрыторыі пачалі высяляць людзей з хутароў і актыўна садзіць лес. Сёння запаведнік лічыцца сапраўдным навукова-даследчым цэнтрам, дзе, дарэчы, дзейнічае адзіная ў Беларусі станцыя фонавага маніторынгу. Чаму менавіта там яе месцазнаходжанне і як яна функцыянуе, даведаўся Віктар Праліч. Гэтая метаэстанцыя размешчана ў самым сэрцы Бярэзінскага запаведніка. Акрамя вучоных, тут могуць знаходзіцца толькі турысты і нешматлікія жыхары мясцовых вёсак. Балота, некрануты лес і ніводнага прамысловага прадпрыемства ў радыусе 100 кіламетраў. Тут ідэальныя ўмовы для назірання за навакольным асяроддзем. То, што прыходзіць з гэтымі атмасфернымі масамі, мы здесь і измеряем. А суть в чым? Все изменения, которые происходят в атмосферном воздухе и вообще в природе, легче зафиксировать и определить именно в чистых зонах, в мегаполисах, в больших промышленных центрах, там, где все происходит хаотично, выбросы, автомобильный транспорт. Зафиксировать изменения, происходящие в атмосфере, очень сложно. Метаэстанцыя ў Бярэзінскім запаведніку адзіная ў краіне ажыццяўляе праграму фонавага маніторынгу, адсочвае ўплыў дзейнасці чалавека на асяроддзе. Устаноўленыя тут разумныя машыны ў аўтаматычным рэжыме ўлоўліваюць, аналізуюць і выносяць вердыкт, колькі ў атмасферным паветры і ў ападках шкодных прымесяў. Анализ довольно-таки длинный, начинается с утра и заканчивается к вечеру, ну, продолжительный. В результате мы определяем, измеряем концентрацию растворимых сульфатов в атмосферном воздухе, и этот параметр мы сравниваем с концентрацией диоксида серы, и по соотношению концентрации диоксида серы, диоксида и растворимых сульфатов мы можем сказать, насколько сильно подвержено антропогенному воздействию атмосферный воздух на данной территории. Динамика наблюдается в положительную для нас сторону, то есть становится чище. Хотя очень четко это заметно на изменение концентрации примерно в 90-е, начало 2000-х годов. Метаэстанцыя ў запаведніку адна з двух у Беларусі ўвайшла ў сістэму станцый, якія працуюць па еўрапейскай праграме маніторынгу і развіцця. На працягу чвэрці стагоддзя многія краіны супрацоўнічаюць у вырашэнні праблемы аховы навакольнага асяроддзя і здароўя пад эгідай канвенцыі аб трансгранічным забруджванні паветра на вялікай адлегласці. Беларусь – адна з іх. Віктар Праліч, навіны, Лепельскі район. Гісторыя адной выставы. У музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча адкрылася экспазіцыя, прысвечаная стагоддзю стварэння творчага аб'яднання «УНОВІС». На ёй прадстаўлены больш за 50 работ вядомага графіка і скульптара Давіда Якерсона. Наведвальнікі могуць цалкам акунуцца ў свет авангардысцкага мастацтва. І ў гэтым заслуга спецыялістаў, якія падчас стварэння будучай экспазіцыі прадумваюць усё да дробязяў. Пра тое, як выстава нараджаецца ў стенах музея, наш корреспондент Інна Падрэцкая.
Історія кожної вистави починається з ідеї. Супрацовники музею детальово продумують концепцію, яка становиться основою експозиції. Складається спіс музейних предметів, проходить їх відбір. Серед експонатів будучої вистави присвячені стогоддю створення Уновіса. Більш за 50 робіт відомого графіка і скульптора Давіда Якерсона. Їх представили зі своїх фондів Вітебський обласний краєзнавчий музей і Вітебський центр сучасного мистецтва. Кожний малюнок спеціалістам потрібно було оформити у паспорту. Ми можемо дивитися якісь елементи, які нам потрібні для експонування. Є речі, які можна закрити, а є дати, підписи, всевозможні записи, які робить сам автор-художник, які дуже цікаво показати зрителю. Ми повинні прикріпити роботу таким образом, щоб вона ніяким образом не приклеїлась к основе. Мы берем вот такие уголочки, да, и придерживаем, мы закрепляем. Оформленные работы уставили у рамки. У таким выгляде картины трапили у выставочную залу. После этого начался один из самых интересных процессов – побудова выставы у отповедности с задуманной концепцией. Экспозиція побудована у хронологічному порядку. Спочатку навідувальники познайомляться з картинами періоду, коли Давид Якерсон працював у Вітебському народному мистецькому училищі, і потім будуть переходити до більш пізніх робіт, які були створені у 1930-ті роки. Каб цілком погрузити глядачів у світ авангардного мистецтва, спеціалісти доповнили експозицію кількома об'ємними композиціями. 3D-моделі, виконані по малюнках Давіда Якерсона, допомагають більш докладно зрозуміти задумку автора. До речі, самих навідувальників супрацовники музею розглядають як частку вистави. Під час створення експозиції вони імкнуться спланувати їх ураження. Коли задумується експозиція, коли вона прорабатується, перше, що ставиться во главе вопроса, это то, насколько понятно будет посетителю сама экспозиция, насколько она сможет его заинтересовать. Сделать вещь интересной, рассказать о ней, показать всю ее историю и сделать это как можно более интереснее, как можно более доходчивее, пожалуй, это одна из самых главных задач музея. Особливое место у выставе належить текстам. Подробезную информацию про музейные предметы або про саму экспозицию допомагают доведаться этикетки до экспонатов, каталоги, буклеты, а так само сучасные сродки мультимедии. У целом же по вынику само помешкание повинно расповедать особную уникальную историю мастерства. Инна Подрецкая, Александр Рындин, Ян Пчельников, Новини Витебск. Спортивная вихура наступных 7 дней насыщена разностайными подеями, и мой коллега Сергей Мисурагин готовы проанонсовать самое захопляльное из них. На наступном тыдне Витебск прыме шмат разностайных спаборнистов. Домашние поединки чемпионата Беларуси проведут баскетболисты, хоккеисты и гандболистки. Так само в областном центре пройдут и республиканские турниры по гэтых видах спорту. Еще в городе над Двиной будут ладиться спаборниствы по акробатице, гимнастице, вольной борьбе и тяжкой атлетице. У суботу 15 лютого баскетбольный клуб «Рубон» на паркете Витебского ЦСКА проведе поединок супроть столичной команды «Цмойки Минск Резерв». На передыдне меньшане обыграли подопечных Руслана Байдакова, и теперь господары будут имкнуться узять реванш. И у протяг темы 12 лютого в областном центре пошнется першинство Республики Беларусь по баскетболу сярод девчинок. Турнир завершится у неделю. Так само 15 лютого волейбольный клуб «Маркова» ДТУ проведе выездный матч супроть Борисова «Бдувк» команды соседней у нижней части турнирной таблицы, а тому это будет гульня за 6 очков. А тем часом у Минску с 10 по 14 лютого пройдут Олимпийские дни молоди по волейболе сярод юнаков и девчинок. Команды Витебской области примут удел у обоих розыгрышах. Принциповый поединок на этом тыдне чекая и гандбольную команду Витебчанка. У гости до подопечных Александра Сытько завитая Городнинчанка. У опошней сустрэчы наши земляшки обыграли соперниц и будут имкнуться развить этот поспех. Параллельно у Витебску пройдет першинство в области по гандболу более сярод юнаков и девчонок 2008-2009 годов нараджения. Не забудемся и про хоккей. У третьей подгруппе экстралиги ХК «Витебск» 12 и 13 лютого двойче сгуляя с юнацкой сборной У-18. Теперь до инших тем. У сераду у городе над Двиной стартуют республиканские споборництвы «Зорки белорусской акробатицы». Турнир сбирая мощнейших спортсменов Украины, и этот старт не станет выключением с правилом. У этой же термина у Витебску пройдут открытые областные споборництвы сярод юнацких разрядов «Юная надея 2009
тысячи 20 па спартыўнай гімнастыцы. Яны з'явяцца этапам падрыхтоўкі гімнастаў да выступлення на рэспубліканскай арэне. Таксама ў Віцебску запланавана правесці першынство паўночнага рэгіёна па вольнай барацьбе сярод прадстаўнікоў дзіцячых і юнацкіх школ. Яшчэ адно першынство ў вобласці па дзюдо будзе ладзіцца ў Орше. Сергій Мисурагін, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустранімся праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага!